Сейчас приду хильти. Я въезжаю в стройку. Не боятся людей рыбы любят. Сейчас да. Ну серьезно. Я въезжаю в стройку. В какую ты стройку въезжаешь? А вот в такую. Покупка. Нижган. Я попер. Еще одна восьмерка. Ой, блядь. Вот этот тип, который в стройку уезжает, это вообще хохма, блядь. Такой загрузка вой. Такой звук, нахуй. Бля, не говорю, что не видел. Да видел давно только. Там звук такой смачный, когда в этот забор врезается. Бля, я попёр его. В какую ты, говорит, стройку въезжаешь? Топовый персонаж. А чё вы там? Ну так, если что, для заметки там, блядь, тотемы можно убрать, еще петов можно убрать. О, нихуя себе. Там вот, если вот убрать петов, я думаю, лагать, наверное, меньше будет, когда босс убьем. По-любому. Если нажать раздел 4, то вообще лагать не будет, ребят, проверено. Огон ставил. Интересно, у меня лагает, потому что браузер открыт, либо потому что Cirrus помойка. Cirrus помойка. Да, ты прав. Я не въезжаю в стройку. Я, пожалуй, выключу. Знаешь, рыбу? Где там миловица? Ну, звонок мне был очень важен. Дайте мне рыбу, пожалуйста. Нет ничего важнее нашего рейда. У меня есть. Должно быть. Где шеф? Что? Шерсть. Сложный мем. Давайте пацаны с первого трая, короче. Кто умрет, тот дайте. Посмотрим, сколько нас. Интеллект. Не вижу интелла в пати. Ну чё у меня вместо головы, нахуй, тыква, нахуй? Чё это за хуйня, блядь? Тыква головой. Благодари. Я себе, блядь. Теперь у нас проверка, и там тыква. У меня ещё маленький, смотри, не хуй. Маленький. Хохма, нахуй. Смотри, не хуя. Ты похорошел просто. Я карапуз, ебать. Хуя, сука. Буду синдру, блядь. Только меня ждали. Все. Да, только тебя ждём. Смотрите, кто у вас танчит, нахуй. Если я меньше, значит и дамага по мне должно меньше входить. Что, какая детская приправа есть? Кинуть нахер. Да я уже кинул. Ебать, я мелкий, нахуй.
Пир для карликов, поставь тему. Я все уже поздно. Э, лед возьмите кто-нибудь. Эй, по-братски, ауру это льда. Всем похуй. Вот у кого ауру воздаяние? Короче, нахуй, напоминаю, нахуй. На притяжке сдохните ГП, блядь. Ура. Так что, блядь, ближе к боссу вставать, сейчас притяжка будет. Беги, малышка, беги! Всех пролагало. Да. Метки вниз, синие над головой такие. Друг с другом вдвоем не бегайте, блядь, сдохните. Слева падает. Головица, топор, рамник. Слева. Далеко бежала. Топовые игроки. В Гере это минус 3, нахуй. Минус 2, точнее. Близко справа. Два носка минус, блядь. Уже вайпаться можно в Гере, блядь. Тяжко там скоро будет, готовьтесь. 4, 3, 2, 1. Беги, малышка, беги! У меня лагает пиздана. Шиза. Думал выключить стрим. Выключить стрим? Ну да, он же тоже жрет какую-то часть памяти. Ну, попробуем. Ебать, лагает так же, нахуй. Только теперь без стрима. Благодарю. Смотрим. Метки. Вдвоем не стойте, ну, блядь, двойной дамаг получите. Алло, блядь. Слева падает. Справа близко. По центру. И четвертая. Смотрим. Слева близко. Пизда, блядь, чё за лаги, нахуй, чё за хуйня? Притяжка там скоро будет, готовьтесь поближе вставать, чтобы не бежать. 4, 3, 2. Беги, малышка, беги! Два процента до фазы. Готовимся. Первую глыбу звезду сейчас через 2 секунды. Сразу разбить милики, уже можете уходить. Святос звезде сразу разбиваем. Идти хорошенько, танков не проебить, иначе будет вайп. Глыбу каждую на фул хп поднимайте. Следующую тоже звезду. И не бить. Так. Остался звезде. Захильте его на фул хп. И рарника тоже. Фарла частицу перевешайте. Сделайте что-то, чтобы частица на нем была. Вот стоим, ждем притяжку. Не бейте глыбу. Если будет глыба, еще рядом поставим одну. Все, вот притяжка. После притяжки зергнуть глыбу и поставить следующую звезду и разбить.
Все. Неси, кто там. Там глыба была, нет? Что-то не вижу. Нет. Что за хуйня? Это баг какой-то или что? Сейв, может? Под подушка, вот на подушку сейв давайте. Зубы, всю хуйню на нее, быстрее, быстрее, чтобы не сдохла она. Хорош. И масс сейв давайте. Все, за этой глыбой скиньте, там чуть подольше ее подержите. Все, разбивайте. Я не давал. Следующую звезду также. Также разбиваем. После этой уже будем не бить, там будет. Сразу синтека разбиваем. Ну вот это вторая, это кто, блять, алло? Две зергаем сразу, быстрее РДД зерганите вторую. Следующая звезду, там, если выйдешь, вот будет притяжка. На себя там 50 на 50 дай какой-то. Притяжка будет, готовимся. У кого притянуло, поздравляю вас там. Вот вам не зыбка. Разбивайте глыбу. Синтек миловицу. Я даже успела забежать за глыбу, что за херня? Да так до хиля. Шельгеру дать? Да, давай. Куда ты отнес? Ладно, ладно, все в сторону зергайте. 8 тысяч, 8 лямов, 7. В сторону. Лагает, пизда. Натуре. Так, ну у меня массейва нету. Ну я потихоньку сейчас прошибать начнет рейд. Миловица первая на хп дашь. Мордаун тоже кд. Давай, миловица на хп. ПСП-со в сторону выбеги. Один стак освобожден, кидайте что-нибудь. Пойдет. Да, уже похуй. Вот и пошло. Обжигающий холод пробивает глыбу, если чё. Ух. Я утра, я был неправ. Топ-лут получается. Даже хорошо быть неправым. Песа, вот тебе на холи приста там. Вальки не сагрите там. Валик, сука, не сагрите. Блять, стойте там, сейчас я гайд буду показывать, блять. Сразу две валим, да? Гайд со стрейфом. Типа можно пробежать, только сука не агрите. Ну если сейчас бой повешаете, бля, ну я не знаю, нахуй, не хочу ругаться. Осколка не было, да? Сейчас она вернется обратно. Да, не, не было. Нету стрейфа, блять, не было. Бежим, 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 бежим. Че, смогли, да? Яси. Да, удивлению. Что-то как-то странно. Походу, Коль, если никому не надо, эту левую руку отдай мне на холик. Я пэса закинул, вон у него кинь обмен. Не, не надо, у меня поза хорошая. Че, блять, ладно. Там, если кто-то забыл, вот мы что два танка танчим. Вот Лич у нас стоит везде. Рарник у нас стоит. А, блядь, я долбоёб. Подальше. Отойдите, отойдите. На ёлки-палки. Чё, сагрили, сука? Да? Пусть умрёт, пусть умрёт. Пусть... Да не отбегайте не вы просто... ко мне. Не просто умрет, нахуй. Пусть там сдохнут, нахуй. Как сказал Гимли, нахуй. Ребята, если вы сагрили, вы помрите, блядь, сразу. Зачем вы в рейд бежите? Бичи, блядь. Позор, нахуй. Мистери, ставь шкаф этих бичей с умом. Или что, его не давай биг дему осколки. Я понял, блядь. Да отдавай их обратно, бля, я буду. Ну что, в бою? А что мы в бою? А потому что там бичи, шахиды, нахуй. Шахиды? Они мало того, что бой повесить, так они еще и ребаф сделали, чтобы он все бой получил. Бля, ясно, нахуй. Да похуй, так закроем. Че вам, это рыба? Да, похуй, блядь. Сейчас у меня, блядь, тыква с головы упадет, нахуй. С вашими приколами. Дайте новую. Вы там можете сдохнуть или нет? Или, блядь, мне скинуться и портануться к вам, показать, как сдохнуть надо? Там есть сурок, откуда мы пришли, блядь. Там такой ледяной, блядь, ветер есть, нахуй. Вот в него зайдите, блядь. О, все.
Сука. Давай шкаф, мистери, где ты там? Топовые игроки. Пиздец. Да тут, походу, все пять есть фарла, блядь. С такими бегунами, блядь. Перекур или как? Да какой перекур, нах? Ну чё, блядь? Убьём и разведём. Мистери, ты тут? Я хуй знает. Ну, блядь. Ну, конечно, интересные ребята, блядь. Ну, давай шкаф, хули. А то там челики пробежать не могут, нахуй. Не получает. Вообще, не получается. Походу... Ребята, постойте, дайте я один пробегу, потом бегите, агрите, сколько влезет. Походу там, блядь, Синтек пивом с шишками угостил, блядь, пацанов. Не, нихуя. В соло, да. Саму Буди достала. Съел все. Есть какая-то фласка лукашная? На СПД? Да. Да, давай, блин. Это дух стаи, переключите, пожалуйста. Рыба. Рыбу ставили? Вот вам рыба, блядь. Подыхающие на вальке, блядь. Ты что, угорел сейчас? Я нет. Ну, ты еще раз такое увижу? Че ты увидишь? Ты даже столько не возьмешь? Нет. Че у вас там? Столько сантиметров меня не влезет, прости. Я понял, блядь. Вы будете там готовность принимать? Чешо, блядь. Ты хочешь засунуть целого гнома? Бля. Не пей спокойно. А можно об этом, ну, как бы... Подробнее. Миловица, фарла, блядь. Ну что там, блядь? Подожди, я занят. Засовываешь? Конечно. Ебанутые, блядь. Почему я представил садового гнома вот этого, блядь? Не, я сейчас посмотрел на модельку Войда и такой ебаный в рот. Ну да, это возможно. Это как ребенка рожать, но наоборот. Вон, у меня сосед тоже подставил. Как ребенка рожать, я знаю. Как рожать наоборот, не знаю. Это как? Ну, обратно засовываешь. Пэсэй, два носка. Два носка. Есть пособие? Да там, тут, не знаю, блядь. Да, да. Ну так, блядь, пэсэ тут? Надо уже... Ты проверок сделал. Так, блядь, потому что там АФКшат челики. Блять, спать ему взять надо. Неужели прибыли наконец хваленые? Ебать, что происходит? Мне бросить лицо. Я же в этой хуйне. Я же в этой хуйне танчить не смогу. Вы смотрите там, блядь. А то войпадемся нахуй. Пойдете тыквовин делать вместо лича, блядь. Жалко его чем-нибудь накачать нельзя. Чуму в квадрат там не забываем, блядь. С чумой там не ебланим. А, тут еще чума, понимаю. Кто у нас ответственное лицо? Ну давай, я на вен. Пишу шеп тебе. Остальные неответственные, блядь. Ну, а кто это танчит мобов в рарне? Да, да. Он все знает. Он умный. Не уверен. Я тоже. Чума история. Смотрите, рано так не сдиспельте, а то пойдет на вурдалаков, которые на рейде сидят. Ну, я считаю, до 3 секунды сдиспали. Лучше на 4. Ну, если типа рано прибежал, то можно раньше. А так, смотрите, чтобы моделька добежала подальше туда, к трэшу. Неужели я загрузился?
О, нихуя себе. Чума, секунду, чума, смотрите. Фарла. Эти, короче, я на ВН по КД буду кидать. Блять, что, лап надо было поесть? Ой, чуть не убил. Здесь пойти сравника. Я сам сел, да. Он сам взрослый мальчик, сказали же. Умничка. Все, он набирает там агро на нем. Там на пол мне дали вроде, но это под ебалом духа, главное, не бегите. Чё? Блять! Ебать лагает он. Ну, смотрите заранее, с лужи выбегайте. Сейчас вальки. Лауешка по валькам. Замедление. Валик ебашим в приоритете. Все, милики, будете выбегать, в портал выбегайте. Выбегайте, все, 2 секунды искорнения. Это вы так под валик не гнете, да, я понял. Будем наискосок лететь. На полукруг вставайте, сразу РДД, хилы. Будет вальки одновременно со сквернением. Все, милики, выбегайте с центра. На полукруг тоже вставайте. Смотрим, где лужи, и потом валик бьем. Вот. Милики 2, РДД 1 бьем. Хорош. Ну пиздец, блять. Продавайте. С центра выходим. С круга полностью все выходим. О, вы чё? Что, заходите. О, Рами. Отлично. Вы что, ебанутые или что, блять? Вот это прикол. Я выезжаю строить. Там вальки нахуй. С вальки выбили, он вышел сразу в лужу. Да это не он, это, блядь, кого-то туда за кто-то зашел. Да не, пока его били, нормально было. Как только он выбили, он сразу раз. Поэтому под вальками не должно быть лучше. Вот сейчас кто... Только вот она сейчас обратно выбили, полетит. Вот сейчас кто сагрит нахуй. Хуярю ГП, блядь. Хорош, я бегу. Назад уйдите. Сейчас она пролетит. Я бегу, я бегу. О, пошли. Блядь, не успел. Там еще пачка бежит, блядь. Подостоять, подождать их, что ли? Вот смотрите, валька летит, блядь. Ой, там в ГБ нету дикой маги. Давай обмен. Да нет, ну подожди ты что-то. Надо в гильдбанке списать. Мне она, представь, все равно не нужна. У
Если не надо, можешь фарло скинуть, все. Спасибо. Куба закаточную машинку тоже? Ну, как вариант. Он же горит, все. Подушка, ты тут? Блять, лучше не провоцируйте меня. Бегай где-нибудь, бегай, я хуй знает. Стой там, там где валик нету. Похуй там. Можешь не хилить вообще нихуя. Просто не лей лужу. Стой, я не знаю, вон на стул заберись, там на ступеньки. Только не это. Пиздец. Под валик нельзя лужу лить, блять. Запомните все, блять. Это параша полная вообще. Все это в обычке не будете делать, ну в Гере вообще делать нехуй. Придется какую-то гильдию разваливать, чтобы Геру закрывать. Хорош, правильно. Наша, блядь. Это наша. Это я понимаю. Сильное заявление. Оно может кидаться постоянно на тебя. Кинется на всех, всех, кто есть, даже на танка может кинуться. Поэтому я вам говорю, куда надо убегать. Да, и двигаться не стоять заранее. Стой там, где нет людей, там, где нет валик. Когда надо сбежаться, сбегайся. Смотри в ДБМ. Резюмируя выступление Войда, ТП в Долоран. Так точно, ТП там в Долоран. Как вариант, да. Ставлю. Я смотрю, кто-то уже... пиво налепил. Чё пить? Он сказал, что еще не пил. Чё? Ладно. Бля, короче, думаю, в субботу пару проебать. Как думаете? Ну чё бывает? Ради РТ? Ну да. Вот алкоголизм начался сразу и пары проебать. Короче, скажу, что я уеду домой. Ты скажи им там нахуй второй рейд, блять, там надо, блять, это шем собирать пацанам нахуй, уже не поймут, блять, по-любому. Если чё, скажи, справка от Войда будет, блять. И пусть там, блядь, интересный расклад. Порядок наведут, нахуй, там, в общежитии, блядь, что за хуйня, блядь, мусорят, нахуй. Там, блядь, у вас, наверное, консьержка это. Надо, чтобы не консьержка была, а какой-нибудь этот дед, нахуй, злобный, блядь. Чтобы он, блядь, пришел бы лопатой по хребте не дал за эту хуйню. Ну, Петрович. Петрович какой-нибудь, ну. Сидорович, Петрович. Песа и подушка у вас почему-то нету. Я постараюсь быть в субботу. И воскресенье. Подушка, ты тут? Я тут, пишет. Тогда запускаю лича. Натуре, давайте не выбьем. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Мне бросили... Как я хочу учиться. Чё? Ну вот, пожалуйста, блять, хорошая возможность. Учите тактику. 25 гер. Нет, я хочу это. Ну, блин, не знаю, в институте. Чай, высшее образование есть? Так поступи на заочку, кто тебе вот. Получай второе, третье, четвертое. 25-е. Я вон свою вожу, она сейчас поступает, с которой завтра второй экзамен. Здесь, наверное, больше речь про время, которое в универе. Типа, да. А не про пары, блядь, учебы. Ну да, типа, ну вообще прикольно в целом. Как бы мы сидим, я там, не знаю, вот с одним преподом скрешился, я с ним хожу в столовку вместе хаваем. Вот. И все в ахуе. Бухал уже с ним? Почти. Главное, чтобы он не пидор был. Не... Мы с нашим куратором бухали. Вот там, типа, и пидором мы служим. Да он не препод, он больше это офицер, короче, какой-то со стажем. Ну, в итоге обучает нас кто-то. С охранником парашек. Бухаешь каким-то, что ли? Да нет, с преподом. Сейчас скажу по какому предмету. А,
Техническая эксплуатация дорог и дорожных сооружений. То есть, в принципе, если ты с преподом скорешился, не обязательно знать, какого предмет называется, да? Я не знаю, мы же сегодня, типа, это, в ММК там гоняли, короче, нам показывали там разные двигателя, там устройства, хуйня. Двигатели, блядь! Да я, короче, двигателя звучит прикольнее, я шел и так носом клевал, короче. В принципе, если ты пошел в рейд с воином, то тактику не обязательно знать, блядь. Так, а с любым другим... Вот, он, короче, курит какие-то сишки, которые уже пропитаны водярой. Ну и не водярой, виски, короче, вот. Ну, блядь! Состояние, чё? Что он вроде... Лол, чё за хуйня, блядь? Ну, топ игрок совсем не топ. А чё за хуйня? Мне объясните, блядь. Давайте потеем. Чё, ЕБРны? Ну, блядь, если через зиму пробежишь. Нет, не сейчас. Да тупо, блядь, вот ты бежишь на месте и заебись, потом отлагивает, а ты бежишь. Ну, классно. Понятно. Это из-за того, что синтек пиздит без остановки, серп лагает, блядь. Короче, мы все поняли, кто виноват. Я вообще с ним разговариваю. Я пытаюсь поддержать душевный разговор, а вы, блядь. Я тут душевно пытаюсь, вот сфера чуть в рейд не залетела, блядь, вообще душевно было бы, блядь. Жаль. Жаль. Ты меня сегодня душевно я обидел, не поэтому сиди молча. Блядь, нахуй, я сдох. Не захил. Бэрнул, проверяй. И без БРа, да? Да? Ну да. Потейте втроём, там уже нечего хилить вас, в общем. Файн, я тебе верю. Да вы гоните, я тоже хочу так же. ШПшки молитву покидают. Я, конечно, рад, да? Что вы упали там и а, что-то да пиздите. Танк виноват, танк виноват. Меня этот дух ударил. Вали, пилите. Скорнение, секунда. А это, заражение не отхиливается. Ну я себе тоже не оценил. Потому что у нас пила нету, бля. Покидаем корабль. Побежали. Покидаем, прыгаем с корабля. Мне стыдно. А, давайте, ой, бля, пока нас сейчас еще отнесет. Че, и долго мы еще сегодня вайпиться будем тут? Ладно, все, давай. Последний раз больше не будем. СС дадите? Да. В натуре. ДЦ, ты как сдох? То есть, а то есть сразу да, нельзя да. было, да? Давайте я спекнусь, хилай. Ну, меня лагануло просто, и все. Да не надо. Зачем да спекаться-то? Да от меня в ДД пользы вообще никого нету. Мы нормально прохиливаем. О, нормально. А вешные хилы только нет, не слакать. А, вот что у вас мало ДПС, у вас совы нет. Точно. Уже арестовал подушку.
подскажи мне, как ты умудрился сдохнуть вот там. Специально. Я на твоем месте вообще ничего не спрашивал. У тебя сейчас невыгодная позиция. Так у нее залагал, у нее есть оправдание. Почему танки не стал? Как бы нет, не оправдание. А, ну ладно. Синтек сначала сам на себя напиздел, а теперь на танков. Ну, да. Время проходит. Это у меня определенно сегодня. Мистери тут? Тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через... Что, Бог любит троицу, да? Что там дальше было? Бог не дурак любит пятак? Бог не нищий любит тысяч? Да не, ага, сейчас пошло. ГП пошло. Там еще с миллионом что-то было. Ну, тысяча это уже про ГП. Нет, типа... Там Свято сказал, куда нам пойти, в общем. Так, подожди, тогда и танку надо ГП дать, блядь. Ну, как бы, меня убил дух автоатакой. Ну, сейчас с этого трая... Ну, лужа. Ну, сейчас с этого трая, если не убьем, придется всем накидывать. Да, блядь, не могу открыть бутылку. Зубами. Ну давай, я не пиво, так давай. Так, пошел. Сейчас дебаф пойдет скоро. А киса. Угу. Васин, так потей. Сейчас я опять дух переагрю, где-то увидит. Давайте Геро. Это никогда не даем. Валик замедлять, разбивать.
подушка там, иди вон в сторону глыбы, убеги. Сохранение 3 секунды, вы убегаете все из подвалика. Мордан. Сейчас будут вальки одновременно с лужей. Лужу либо в портал, либо в глыбы выносите. Сначала смотрим, где лужа, глазами ищем и отходим оттуда. Потом бьем валик. Вики, уже выходите из центра. К порталу, там ближе пару людей, разбегитесь. Не-не, продавай, продавай. Одному продавать. Валик бьем. По кружку больше. А кто там треугольники? ПСА, да? Вышли, вышли. С центра выходим, в центр не заходите, пока сначала лужа, потом вернемся в центр. А, это мордаунд. Да, меня просто украли, схватила малька. 2 секунды лужа. Как разольется лужа, тогда возвращаемся. Все, возвращаемся. Ой-ой-ой-ой-ой. Да-да-да. Как вы заебали, блядь? Без слова, блять, а. Вы разбежаться нормально не можете, а. Экшн. Вот смотри. Вот я выношу лужу, я получаю один тик. В ней, да, в этой луже стоят, вон написано, 3 тика, 3 секунды. Тилара, Биг Дэм, Настресс. Спирита, Киса, Энновен, Святос. Это те, кто уже дальше отбежали. Ну, это лужа догнала их. Угу. Сначала они лужу догнали, а потом она догнала остальных. Я не знаю, нахуй. Вам, наверное, похуй, да? Ну, типа... Первый раз, наверное, тут как подушка все, да? Если, блядь, на человеке написано, блядь, белыми буквами, блядь, осквернение нам не, значит, надо съебаться, блядь. Не то, что там, блядь, 5 метров отошел и дамажишь, а съебаться подальше, блядь. Вот когда она разольется, ты уже увидишь, что там никаких гусей не бегает. Да, охуенно вам, конечно. И из лужи выпрыгивать нельзя. Да можно там хоть хуй дрочить, блядь, в этой луже, блядь. Хоть что можно делать. Главное, блядь, не стоять там толпой, нахуй, а съебаться метров на 30. И уже потом, блядь, посмотреть, что там никого нету. И тогда уже бить босса, блядь. Давайте ставку. В следующий раз как убьем? Сейчас умрем как? В луже или как? Последний трай на сегодня. Не убиваем, значит добиваем завтра. Давайте. Топовые игроки собрались. Тактику, подушка, читай.
Это была моя последняя гонка. Убиваем и расходимся. Буйный рост. Спасибо. Побежали. Там в рейде чумы нету? Нет. Чё, у тебя мало? Ну да. Ну, последняя чума, получается, третья, не успела выкинуться. А, убейте в меня, летит сфера. Бел. Геру, давайте, чё вы. А, шамана одного схватили? Из подвалика убираем. Полукруг РДД. Вальки одновременно с лужи. Милики, выбегайте уже с центра. Валик бьем. Бьем сильнее, ну стан. Блять, вы вообще их бить будете, нет? Сквернение 7 секунд. Из центра уйдите. Разбежались. Сквернение разлили. Возвращаемся за спину Лича. ДПС по валикам. Искренение 5 секунд. 4, 3, 2.
Все, к личу сбегаемся. Веди, можешь на край? Да, пошли на край к звездочке. 2% по боссу играем, переводим босса. 1%. Только босса бейте, вальком стан. Еще прожимки даем. На край, на край. Сейф. Первый, третий мой, второй, четвертый твой. Сферки бейте, алло. Сферки разбить. Еще одна. Сейчас готовьтесь захилить челика. 5 хилов, смотрите внимательно. Он фарла хила захилить. Хилишь зеленого, бьешь красного. И при всем. Избить каста, да. Перебегаем уже за лечом. Искренение 5 секунд. На сторону, куда лич, уже сюда. Перебегайте. Все, к лечу. Не стойте там, к лечу. За спину. Сквернение. И к лечу бежим. Ворохель. Ох, блин, меня улич забирает. Так что там ловите сами. Горит реку бабла. Прожму какой-нибудь. Я под незыбкой похлопаю. За лечом бежим. Быстрее, быстрее за лечом. Не стойте там, нахуй. Алло, блядь. Там духи сейчас будут спускаться на голову, спустится он. Все, за спину леча прячьтесь. Сейчас незыбку дам, нормально будет. Бля, как я сдох. Все, вайп. Все, вайп. Расходимся. ГП. Минус 2. Ты тут, Геншин? Там, если что, в субботу пойдешь целка. Будешь в субботу? Или нет? Не знаю. Ты отлично их обучил, Фордринг. Привел сюда лучших воинов, которых знал. ГР какой-то говорит. И отдал их в мои руки, как я и рассчитывал. Тебя следует наградить за этот невольный подарок. Благословение. Дай мне силу разбить эти оковы.
Можешь, пожалуйста, на дроиду ЕП отдать? Айс. Повезло кому-то. Черенас, прилив, кек. Первый раз прилив вижу. Приливы зачастили, кстати. Третий прилив уже за... Чего ни разу не видела? Чего мага не пошла, а? Ладно, ребят, всем всего хорошего, счастья, добра. Всем спокойной ночи. Давай. Давай, удачи. А вот десятка наша, мы идем куда-то? Походу нет. Ну ладно, если что, там Владос отпишет в телеграме. Вес, надо тебе я еще? Ты такая бы, может, быстро сходил. Я за ТТГ. Я хоть за чё? За любой кибич, кроме голодовки, полового воздержания. Зачем ты мне его отдал? Он мне не нужен. Ну продай, блядь. Паладин, иди, тебе отдам. Дай мне обмен. Где ты? Чё, никому не надо прилив, что ли? Нихуя себе. Мне на мага надо. Бесплатно на трансмог только. Тиренас тоже никому не надо, что ли? Мне есть. Мне надо дрля. На это, на трансмок опять будем. Это не закрыто. У меня, по-моему, уже все есть. У меня есть три варианта посохов. Осталось еще халю залутать и успокоиться. А, травму еще хочу. И все.